Привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратьте одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робоксы. Для тех, кто не знает, на моем YouTube-канале Ника Шоу будет проводиться мега-раздача робоксов на 100 тысяч подписчиков, так что подписывайся на мой YouTube-канал, зови своих друзей, пусть тоже подпишутся, чтобы раздача робоксов на 100 как можно скорее. Ну и, конечно же, не забывай вступать в мою группу NSUT, чтобы в дальнейшем ждать свои робоксы 16 дней. И в этом видео комментарий дня от Лори, который вы видите сейчас на экране. И сегодня, ребяточки, я для вас подготовила видео с новеньким, свеженьким промокодиком в игру Survive the Killer. Эта игра очень популярна, не раз снимала про нее видео, поэтому скорее погнали, заходите, я вам покажу там рабочий свежий код. В общем, мы зашли, суть игры, думаю, объяснять не надо. Ой, у меня тут кофточка какая-то странная надета, внизу объемный. Те, кто зашли, думаю, на это видео, знают, что это за игра. В принципе, прикольненькая игра, если поиграть, разобраться. Промокодики у нас вводятся во вкладочке «Кодес». Открываем ее и вводим вот такой вот код. Бу! Просто бу в честь Хэллоуина, так как недавно, то есть на выхода видео это вчера. Вчера был Хэллоуин, получается, да, вот так вот, а на данный момент у меня это сегодня Хэллоуин. В общем, погашаем данный промокодик, он совсем свеженький, и получаем вот такой вот прикольненький ножик и надпись Happy Halloween. Я не успела рассмотреть ножик из-за надписи Happy Halloween, и еще мне привлекает этот повар, он очень прикольненький. Давайте рассмотрим нож поподробнее. Внезапный привет! И это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. И в этом видео хочу передать привет таким подписчикам, как Лейла Галяутинова, Сталин Вонг, Данил Ас, Кто-то, ПР и Амина Яхьева. Ловите привет! Ну что, возвращаемся к нашей игре. И смотрите, ко мне тут подключились мои подписчики. Приветик вам. Вы видео не пишут, что мои фанаты. В общем, приветик вам, вы все видео. Спасибо, что смотрите меня и поддерживаете. Давайте рассматривать ножик. Смотрим. Так, где же этот ножик, который нам выдался с Хэллоуина 2020-го? Вот он. То есть, смотрите, сколько у меня разных ножиков с разных праздников. Так что, вот видите, с прошлого года Хэллоуина. Я не знаю, тут можно ли кидать трейды, наверное, они сейчас ценятся, как в Murder Mystery 2. Просто я не играю особо в эту игру, только промокодики водила. В общем, смотрим. Так, где у нас Happy Halloween? Давайте рассматривать. Ребятки пишут тут мне, что я лучшая, спасибо большое, ребяточки, очень приятно. Просто когда обычно я снимаю видео, я в чатик не пишу, так что вот, чтобы, короче, не терять время, спасибо вам большое, я все это показываю в видео. Так, смотрим, так, давайте посмотрим на нож на спине, правда тут волосы длинные, правда не особо видно. О, кстати, прикольненький, такой типа темненький ножик с такой мордочкой, мордашкой, типа, знаете, мне напоминает это... Хотя, может быть, так и было сделано, что это словно скелет. Видите, типа нос скелета, которого нет, и глаза, ну, типа, очень напоминают. Но вообще так прикольненький хэллоуинский нож, кстати, мне даже под скинчик подходит. Наверное, даже побегаю с ним. Прикольненький ножик, поэтому получайте скорее, пользуйтесь этим промокодиком, пока есть возможность. Потому что вскоре он истечет. Так что, как только увидел это видео, скорее, Игорь, заходи и активируй промокодик. А еще, ребяточки, посмотрите вот это видео, там я тоже показывала рабочие промокодики в этой игре, возможно, некоторые из них до сих пор работают, так что обязательно посмотри, если не видела, активируй эти промокоды. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna love you fall, listen to us, never gonna give you down, never gonna let you down.